Всем привет! С вами Ольга Чернова. Хотела рассказать вам про ринет сорт, когда высаживала. Но у нас ужасная погода, видеосъемка, наверное, не удастся, потому что ветер все гремит. Но я в двух словах. Вот высадила ринет 3 дня назад. Несмотря на то, что ночью 6 градусов, он чувствует себя хорошо. Даже уже начал цвести. Вот цветочки на всех появляются. Так как это куст детерминантный, карликовый, штамбовый кустик, ему не обязательно выделять отдельное место. Я сажу их на заваленках. Вот он любит загущенные посадки. На метр надо 6 растений высадить. Вот я примерно вот дорожку сделала. Они будут, кустики маленькие, плоды у них тоже небольшие. Конечно, это не крупноплодные, многие их совсем не садят. Но у меня внучок маленький. Ему все равно, большая помидорка или маленькая. Главное, красненькая, сладенькая. И вот первые плоды будут на этом ринете. Это ультраскороспелый сорт. Он уже сейчас цветет. Значит, через месяц будут помидорки. Вот такая у меня рассада ринета. Вот у нее корень. Вот такой сам он толстенький, хорошенький. Я его вкапываю. Он не болеет, толстоствольный. Он не вянет. Сейчас ветер, буря. Ветер ему тоже не страшен, он не боится. Ему не надо колышков, ему не надо ничего. Вот. Штук 10-15 ринета на участке можно посадить. Можно натыкать в любом месте, даже в горшочке, даже в каком-то вазоне. Он везде у вас будет плодоносить. Вот это сорт ринет в рассаде. Скоро покажу, какие у него помидорки и когда. Он, может быть, даже раньше поспеет, чем в теплице, которую я высадила. О, все, ветер, я пошла.